Итак, Viva Разумиста, Кыштымские карлики. Ну что ж, давайте посмотрим обзор на игру Rust. Многие тысячи людей меня просили сделать этот обзор еще давным-давно, потому что эта игра появилась, по-моему, в 2014 году или в 2013. Но я не делал. Почему? Потому что я смотрел ролики и видел, что там убогая графика, и мне было впадло это делать. Но сейчас я что-то в нее начал играть, и плюс по ходу графику очень сильно улучшили. Она сейчас стала гораздо круче, и вот я заценю еще обзорчик, но не только это, а еще на Кыштымград, короче. Вот это наша вот деревенька, ёпта, которую кыштымские карлики строят. То есть мы облюбовали серверок, сразу скажу, это сервер Moscow 3, вот сейчас онлайн 56 человек, обычно в последнее время он примерно такой, в это время там вечерком. Вот, мы стали строить для того, чтобы захватывать этот мир и всех уничтожать, так сказать. Хы, улыбочку. Вот при помощи кыштымских карликов я построил этот небольшую обитель в Намаса, ёпта. Ну, это небольшой домик, так сказать, для начала. Вот. Сейчас я вам и деревеньку покажу, короче. Ну, вот, смотрите, какой тут графон, видите, вот такие вот текстурки. Ну, конечно, мыльцо, но при этом параллакс мэппинг, то есть, видите, как будто тени. Хотя, на самом деле, это просто текстурка. Вот, но это на максимум настройки, на самом деле, я обычно играю не на максимум. Но, кстати, FPS высочайший, достаточно высокий. Я не ожидал, я думал, будет 40, а то и 30 FPS. Тем не менее, FPS высокий. Вот, поддай донат в крестьянке. Ну, ща выйду, здесь, конечно, темновато, ёбана. Тут моя небольшая обитель, так сказать. Так, быстренько дверь закрываем, чтобы ни одна шваль не вошла. Вот, вот такие текстурки, ну мыльцо. Ну текстурки у меня, по-моему, на максимум, я не знаю здесь, где тут текстурки, короче, где-то вот здесь есть. Короче, вроде как все на максимум поставил. О, конечно, мыльцо. Ну так, не совсем уж прям, чтоб совсем-совсем мыльцо, но мыльцо. Но с такого вот расстояния, кстати, бодренько выглядит, сами, да, видите. Но с такого фуфло, но с такого более-менее нормально. Вот, это батина обитель. Ну, это для начала, то есть, понятно, небольшой домик. Мы его вчера за полчаса буквально построили. Вот такая тут трава. Ну, на самом деле, достаточно херовая. Потому что, видите, она текстуркой сделана. Это я еще на максимум выкрутил настройки. Так обычно у меня травы вообще нету. Когда я играю на стриме, можете посмотреть. Вот, это вот Кыштымград, короче. А, так сказать, зарождение цивилизации разумистов. Вот, это вот все вот это. Вот это все... Все кыштымские карлики, видите, в намаз. То есть, здесь кто не кыштымский карлик, сразу уничтожают. В принципе, травы относительно много, да. Она не лысая, но в то же время вот... То есть тут ее не так много, да? Она, видите, посажена кустиками. А вот если вдаль смотреть, то ее становится достаточно много. Но FPS при этом достаточно высокий. Как ни странно. Я думал, говорю, 40-30 FPS будет. Потому что на самом деле, когда с минимальными настройками, FPS всего лишь 90. То есть непонятно, то ли он в видюху все равно упирается, то ли в проц. ХЗ, проц, сами понимаете, мощнейший. Вот, тут вот настроили каких-то специально... А, это вообще не мой, на самом деле, дом. Мой-то дом вот этот вот. А тут вот какой-то кыштымский карлик себе настроил для защиты. Вот, ну текстурка земли, сами видите, так, в общем, мыльноватая. Ну, примерно как в кризисе первом 2007 года. Вот. Вот тут один чувак построил громадный небоскреб, а он жрет очень много. То есть тут дом, когда строишь, я не знал, то есть дом строишь, а чтобы он существовал, надо дохуя ресурсов в него. То есть ты, короче, дом потребляет ресурсы. Вот как вы жрете, да, так же дом жрет. И весьма нихуево. Даже вот мой маленький домик, да, вон тот, ну еще сейчас подойдем. Пошла помидорка. То есть даже он дохуя потребляет. А что говорить про такую вот небоскребину? Ебано, поддать донат. Вот, тут тоже какой-то кыштымский карлик тут построил обитель на скале, так сказать. Фазенда, ёбана. Это тоже вот этот наш чувак. Кто-то вон там вдали поставил. Вот, ну скал тут такие. Похуже, чем сейчас World of Tanks. World of Tanks вот видели, да, как сделали? Ну, на обзоре смотрите. То есть, видите, здесь особо нету детализации, а World of Tanks сделали крутую достаточно детализацию. Я это четко отмечал в обзоре. Обновление 1.0. Вот, это вот мой домик. Ну, сейчас подойдем с другой стороны. Вот тут какой-то небоскреб многоэтажный.
Вот здесь хуй запрыгнешь как-то, видимо. А, надо вот так вот, наверное, запрыгивать. Вот, гамовер 47, ёбано подать донатов. Ну и вот такая вот небоскребина. Настроил. Он буквально вчера это начал строить. И вот построил так вот. Ну, он-то профессионал, умеет играть, поэтому... Кто, вон там вдали домик, это не знаю, наш, не наш, хз, короче. Скорее всего, не наш, потому что слишком далеко, но может и наш, хз. Короче, дома тут, если ты их не снабжаешь постоянно ресурсами, то они рушатся. То есть тут один вариант, либо очень-очень-очень много ресурсов закинуть, а он там неделю-две будет стоять, либо, блядь, каждый день заходить как раб. Либо он у тебя сломается, вот и все. Вот этот мой домик, видите, он небольшой, и то он, знаете, сколько потребляет, пиздец. Хотя это небольшой домик. Вон, это еще посмотрим, тут вот такой вот домик есть. Можно постучаться. Так, видимо, хозяев нет дома. Тук-тук, это Сергей, ебана, поддать донатов. Так, давайте заценим тут кустики. Ну, кустики хуета, текстуркой сделаны. Видите, текстурка убогая. А, тут вот такая вот земля тоже, такая средненькая. На самом деле не так уж все и плохо, это не Майнкрафт. Гораздо круче, еще освещение хорошее, да, то есть видите, а небо такое, такое пиздатенькое, ну 2D-шное, скорее всего, конечно. Но прикольно выглядит, елочки вот такие вот, средней вшивости. Текстурки тоже сделаны крест-накрест. Ну, FPS, блин, даже я удивлен, высокий FPS, 75, ну, на самом деле, как-то тормознуто, не ощущаю 75, как-то вот, может и не 30, но как будто FPS 40, как-то вот он тормозно. Так, поддать донат, ну, вот текстурка дерева, ну, такая, средненькая. Так, здесь вот еще один кыштымский карлик. Вот, заходим на сервер, да, мы здесь строим цивилизацию, построим, надо ресурсы добывать, потому что мы хотим делать взрывчатку и уничтожать чужие дома. Но взрывчатка здесь очень дорого ее добывать, короче, нужна рабсила, негр, короче. Поэтому заходим, приходим в эту деревеньку, ставим свои дома и начинаем добывать кыштымским генералом. Вот это мой домик такой простенький, ну а и мы его сейчас за полчаса построим. Я ресурсы не добывал, мне дали их. Если бы я добывал, конечно, долго было бы. Вот, написано тут пазумист. Такой вот ангар нихуёвый, прямо скажем. Здесь вот так вот это все. Так, хуй запрыгнешь. Ладно, хуй с ним. Все на кодовых замках. Блять, ночь уже начинает наступать. Хуёво. Когда ночь, то вообще нихуя не видно. Вот такой вот тоже тут, блять, домик. Хуй пройдешь, видите, все в колючке. Как тюрьма, блядь. Вот, основательно, разумисто, так сказать. Видите, тут ночь наступает, ночью вообще пиздец. Темно вообще нихуя, только небо чуть-чуть синее, вообще нихуя не видно. Это пиздец просто. Бум, вот ебану, такие дома. Виво, разумисто. Бум, вот поддать донатов. Крестьянги, акваланги. Видите, вот видите, написано поддать маслокоинов. Так, передаем за проезд. Короче, заходим на этот сервак, начинаем строиться, потом будем взрывчатку добывать и уничтожать всех. Ну, с чужих, естественно, такой домик. Тут есть оружие, калашников, блядь. Ну, оно такое смешное, немного мультяшное. Да даже не немного, а много. Но, тем не менее, его не так просто добыть. Потом зато смешно убивать всех там. Вот, здесь такой домик. Ну, уже плохо видно. То есть, пиздец. Короче, блядь. Это я. Там это, видимо, копия. Я на копию наступил. Ну, все, видите. То есть, тут сейчас темнеет и пиздец. Блядь, тут даже время нельзя посмотреть. То есть, есть карта. Даже время нельзя посмотреть, чтобы, ну, начать записывать. Просто я не хочу рендерить, блядь. Время терять. Короче, вот такой вот графон, да, в принципе, я вам показал, тут больше нечего особо анализировать. Свободный мир, на данном сервере может быть 250 человек, а бывает сервера еще больше. Вот, бывает сервера еще больше. Ой, бля, вообще темень, ебать. Ну, как бы здесь есть факел, но факел кончается. Вот. 15 минут где-то длится ночь, реальных 15 минут, поэтому это долго.
Можно, конечно, дома сидеть, там костер разжечь или лампы, но все требует ресурсов. Все на ресурсах, короче. Есть с модами сервера, там все проще, проще добывать ресурсы, но там и такое, ну как бы по-быстрому сыграть, а в принципе нормально играть, конечно, лучше на таких официальных серверах, либо вот этот без модов сервер, здесь все не спеша, но зато как бы долговременно достаточно. Ну тут вайпы как бы на этом сервере, как сказали, вроде раз в месяц вайп. О, давайте попробуем зайти, блять. Дверь надо обязательно закрыть. Так. О, пошла помидорка. Это мой домик. О, можно, в принципе, ночь тут переждать. В принципе, светильники можно делать. Но я ни разу не делал, не знаю, может. У меня как бы ресурс есть, мне карлики дали. Тут вот много чего. Вот дерево дохуище. Миллионы дерева. Но, блядь, там не всегда это нужно. Нужны иногда какие-то элементы, которые, блядь, тяжело добыть. Вот, поддать донат. Видите, у меня еда кончается в правом нижнем углу. Такая штучка. Так, еды у меня нету. Это хуёво. Здесь тяжело с едой, вообще пиздец. Ну, я сейчас, смотрите, кину клич, и мне принесут еды. Еду, бати, нахуй! Еду, бати, бля! Сейчас, смотрите, еды и карлики принесут. Нет, что-то не несут. Ну ладно, ща. Бати, еду надо! Бати, еду! Еду, бати! Еду, бати! О, побежал кто-то, бля. Бати, еду, нахуй! Еду, бати, бати, еду. Так, ты где, ты где? Я везде. О, карлики сразу прибежали на зов бати. Батин клич. Колоу, бати. Халлоу, мазафака. Жрать тащи, тащи жрать, батя. Ужин, бати, нахуй надо. Пожарь только. Так, пойду жарить, бля. Так, вот, батя сейчас жарить пойдет. Так, поддать донатов. Так, вот мы сейчас жарить будем, смотрите. Так, кидаем вот это мясо, оно сырое, его нельзя, его кидаешь в костер. И тут, блядь, оно жарится. А крафтить, вот смотрите, вот есть такая хуйня, вот тут, например, берешь замок. Нужно, например, 100 дерева, и ты его крафтишь. Ну, тут дохуя всего, то есть спальники там, чтобы просыпать. Ну, тут я не буду объяснять, это дохуя всего, то есть кто знает, тот знает, тут бесполезно. Грубо говоря, крафтить надо. То есть рубашка там, все там, блядь, деревянный шлем там. Так, все, вот оно мясо, я его к себе беру. А, подожди, оно не пожарилось нихуя. Во, вот, и вот это вот жареное мясо, я его беру и ем, смотрите. Опа, у меня, видите, в правом нижнем углу 60 стало еды. Потому что когда мало еды, ты начинаешь умирать, у тебя ХП. ХП начинает дохнуть. Видите, написано насыщение плюс 20, отравление плюс 10. Сырая волчатина. Вот, здесь все можно. Пушки делать, взрывчатку. Вот видите, у него броня деревянная. Так, вот еще. Медленно что-то, блядь, жарится. Джексон, это кыштымский генерал, вот он. Чё там по взрывчатке? Так, ем. Можно водички попить, но с водой тут вообще траблы, блядь. Ну, чё-то было, пока ничего. Ну, есть у нас немножко. То есть здесь вот у меня есть, блядь, ну мне дали просто, я-то сам нихуя не умею. Так, вот берешь, блядь, вот вода. По-моему, небольшая бутылка воды. Хата, да? Много ресурсов искать. А, нет, нету нихуя. Может и есть. Ну-ка. А, вот, пьё, смотрите, вода в нижнем правом углу.
И при этом хп еще увеличивается, блин. Блин. Так, кладем этот, блин. А чё, нельзя здесь водопровод построить, бля? Нету. Ну потом сделают, я думаю. Ну да. Чё, не было набегов на мой дом-то? Почту. Так, текстурки хуйня. Набегов не было? Можешь, короче, в Дискорд зайти, там, где дадим в личку. Набегов не было. Мы отдельный чат сделали для своих, только тех, кто в расте. Там да я спокойно. Там мешают говорить, когда... Когда говорят, мешают, ёбна. Ну, буду заходить, когда нужно будет что-то там. А так просто я, наверное, не буду заходить в Дискорд. Надо, конечно, кого-нибудь идти убивать, там взрывать, убивать. А, там дома же мощные были, вот недалеко тут, блин. Взрывать, воровать, убивать. Хы, ёбана. Калашникова-то есть, ёбана. Пережидаем ночь. Просто ночь. Калаши пока нету, есть берданка только и все. А почему нету-то? Чё, в чём? Это тяжело добыть. Вертолет надо сносить какой-нибудь или еще что-то. Уж кого-нибудь есть, там же можно написать, типа дайте там. Ну и ночь пережидаем, потому что темно, блядь, там нехуй делать. То есть на сервере с модами можно, блядь, ночь пропустить. Там же, если все проголосуют пропустить, но не все, там какое-то количество людей, то ночь, она не будет ночь. А на реальном сервере тут хуй, блядь. Бунт, ебано поддать донатов. Так, как вот факел сделать? Там, по-моему, надо, блядь, эту, блядь, на факел. Светильник, видите, фрагмент металла, топливо низкого качества. Так. Во, факел, дерево, ткань, топливо низкого качества, блядь. То есть топливо надо, чтобы факел. Тут фонарик, по-моему, есть. Я сам не делал. Во, фонарик. Фрагменты металла. А фонарик чем заправляется? А ничем, он бесконечный. О, прикольно, охуенно. Такая фишка. Кто-то приперся, блядь. Но мы пока что не откроем. Пережидаем ночь, что, а ночь что-то кончится. Так, ночь кончится, все будет заебись. Уже, по-моему, светать начинает. И да, светает уже рассвет. Так, небо в клеточку, блядь, ёбано. Поддать донатов. Крестьянги, крестьянги, булуянги. Так. Половину леса вырубили сегодня. Зачем? Ну, вон, это гамой устроил, я строил. У него башня высокая. Бензопилу нельзя только делать. Выходил, там этажа три было теперь. А? Бензопилу нельзя делать. Здорово, намаз. Здорово, дай 2 рубля до второго. Без проблем, у тебя что угодно. О, под окном, как Ромео и Джульетта, ёбана. Джульетта. У нас уже небоскрёбы, блядь. О, видите, он читает мои мысли, потому что я это вслух не говорил. Ну, я в игре это не сказал, я это сказал. Реально, я в игре это не сказал. А я в Дискорде не сижу нигде. Я буду стрелять. Стрелять, колотить. Два челика. Тихо, тихо, свои же. Так, Иштымская вечеринка. А сквозь окно могут... А, могут, да? Сквозь окно попасть. Да, а тут решетки. Есть окна, есть решетки. Ой, блядь, лезут в окно, блядь, пидорасы. Сука, скалолазы ебаные, блядь. Спецназ беру, ну, блядь. Вы на массу за уши схватим, поднимайте. Любуется, бать, как в зоопарке, нахуй. Любуется на бать. Простите, я его за броду схвачу. Вот поэтому, конечно, заходим на этот сервак Moscow 3.
И, блядь, строимся вот тут вот, блядь. И потом надо взрывчатки много всех уничтожать. А потом, когда вайп будет на сервере... А пойдем на другой, чего более населенный мало? Сервер, потому что этот сервер, он слабо населен. В основном мы здесь. Ну, как бы есть другие, да, есть другие люди, и даже несколько десятков, но в основном мы. Ну, на один день хватит, но надо, блядь, это... Камни надо хуйнуть. Сколько? Тащи все, что есть. Хы. Так, ладно. Тащите камень, короче. Все, выхожу, блядь. На улице пойду. Выходим, выходим нахуй, не толпимся. Камень, камень, камень. Так, вот, вот, видите, утро, можно сказать. Красота, да, блядь? Освещение тут неплохое довольно-таки. Вот они, карланы, блядь. Верные, преданные империи, блядь. Вот. Ну, ща народ немного. Пазумист. Вирджиния. Голый яйц. Так, чё тут новое, чё-то построили? Что-то особо не вижу ничего нового. Да, вон наши будут все новые. Где я, где? Вон, 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 вон. Небольшой педон. С хуйней деревянный на крыш. Да. А сколько без меня вот, а, ну вот тут вот народу было именно вот наших. А мы с чуваком втроем играли тут весь день вообще. Думали, ты зайдешь, ты не заходил. Я вечером в основном захожу. И то не каждый день, как бы, блин. Да, ну мы вот, вот с этим чуваком, который вот живет вот тут в этом огромном доме, фармили. О, донаты, донаты пошли, бати, донаты, донатим. Кланяемся, бати, кланяемся, челом бьем. Челом бьем, вот правильно, челом бьем. Бьем челом. Вот правильно. Дякуем, дякуем, донатим. Вот, вот, вот так вот. Сэр. На колени во имя Христа. На колени во имя Иисуса. Сэр Илья. Сэр Ванамас. Сэр Илья, чтоб донатим. А вот тот чувак вот на том доме маленьком, он там бывает, не видели его? Вон там вдалеке, 100 метров вперед. Бывает он там? Не видели, но это чисто, ну, мне кажется, это не наш. А, кстати, вот такой вопрос, если в дом ресурсов не подкладывать, через сколько он разрушится? Ну вот мой конкретно. Там написано. Ну, блядь, он же не сразу разрушится в ноль. Через 2 часа обычно разрушается дом, через 2 часа её отбить. А если из металла сделать? Где-то около 4 или 5, по-моему, есть. Ебать, рабство нахуй, рабство, надо заходить. Видите, надо постоянно ресурсы подкидывать, чтобы рабство было. Поэтому дома большие лучше не строить, иначе как раб будешь на плантации, блядь. О, там, Кыштымград, блядь. Строимся тут, обстраиваемся, фазенды свои. А вот тоже новый дом сделан. Кто-то построил. Россия! Оле, 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 оле. Заходим, будем потом уничтожать всех. Ну и потом перейдем на более населенный сервак, и там всех выебим, короче. Просто сейчас для тренировки. Вот. Ну тут тоже онлайн будет, я думаю, повыше. Но он и так есть, тут и так люди есть. Чужие не наши, а чужие. Вот, но еще больше будет. Блять, ебаный типосос. Сука, на штыки, блядь. Да у меня дохуя хп. Кыштымград процветает, ебано. Блять, а есть сервера, где нету вайпов, или там полгода, в полгода раз? Нет такого. Раньше был до обновления, но сейчас раз в месяц. Ну это уебищно вообще, блядь. Это рабство, нахуй. Да ты за месяц наиграешься. Раст это за рабство. Да блять, надо построить мега-империю, ебать.
закрыто, крестьян нам подгони, там скажи, заходите, помогайте. Будьте мега империя за пару дней. Ну, блядь, да за пару дней нихуя не будет, вон, блядь, нихуя ничего особо нету. Ну вот тут пацаны по одному дню сидят. Если такие зайдут, еще человек будет, то нормально все будет. Фармит, как потеют. Так, вот тоже. Вот это. Это наш первый дом, да, Джексон, вот который мы построили или нет? Да. Да, первый. Вот это мы основали это в субботу, по-моему, или в пятницу. Вот это первый дом. Там, смотри, смотри, мы с лаком там не рисовали. Это я видел. Как дизайн сделали. А у Катрин дом какой? Она со мной живет. Со мной же. Натурой платят. Натурой, да, мы. Погнали в гости. Да. Где? Это в самый большой дом, что ли, местный? Нет, у меня там под скалой второй по размеру. Ой, видали ангар какой, блядь. Не бери нас, мы карлинги! Че, сколько ей лет, она старая, что ли? Ну, лет 30, блядь. 35. 35, ёбан. Телочка в самом расцвете, блядь. Опытная, опытная женщина. Через 10 лет нормально. Всему научит, пацанов. Бабушка. Так, куда вот. Ты сейчас я гантрап прозаряжу, погоди, сейчас. Фазенда, блядь. Тут, блядь, с пушками нахуй. Лазерные пушки, блядь. Все на нас. Все в дверях, блядь, все в дверях. Так, постой. Генштаб закрыл. Чё-то у тебя...